уважаемые друзья рыбаки, всем крепкого здоровья. Сегодня я прибыл на домашний водоем для того, чтобы походить, побурить лунки и половить рыбу с безмотылкой. Приехал я затемно и начал поиск рыбы уже в темноте. Пришел на свою точку, здесь идет островок из травы, локальный такой, вот о нем мало кто знает. И полянка оказалась неразбуренной. Соответственно, я пробурил несколько лунок, засунул туда камеру, плавает сорожка, плавает окунек, причем в количестве в хорошем. Ну и, соответственно, недолго думая, на эти лунки я присел. Ну и достаточно хорошо все это дело половил. Шарики. На лесочке, да, 0,7-то хорошо сопротивляется. Да. Вот эта тетенька попала. Класс. Ну, сорожка. Тут сорожка попала на опускание.
Ну, без прикорма клюет, пожалуйста. Можно на жерлицу ставить. Смело. Ух, ух ты. Ты смотрите. Ой, тут. О. Товарный окунёк тоже. Хороший. Пойдет. На тоненькую лесочку-то как приятно. Толстячки подошли. Половил я окуньков немножко на этой точке. И сейчас пойдем дальше до следующего островка травы. Все это у меня забито в навигатор. Вот, и я думаю, что там тоже будет какая-нибудь рыбка. Если по пути найдем плотву, то попробуем ее прикормить и тоже половить. А может быть и без прикормки будет клевать, кто его знает. Погода сегодня шикарная, рыба клюет. Огонь. В общем, ребят, как только я пришел на точку, пробурился, сразу же увидел рыбу. Вот, первые окуньки. Значит, тут островок островы такой локальный. С обоих сторон от этого островка абсолютно чистая вода и абсолютно открытое пространство. Соответственно, об этой точке, я не знаю, знает ли вообще, так, вообще кто-нибудь или нет. Вот, но я сюда пришел, рыба сразу же тут есть. Вот, и на окраине этого островка островы, значит, просверлил луночку специально, посмотрел, опустил камеру, там плотва. Ну и, соответственно, сделал 4 лунки, вот, закормил их. Думаю, что плотвичка на эту прикормку подойдет. Ну а сейчас возьмем безмотыльную удочку в руки и пройдемся по лункам, половим окуньков. Смотрите, ребят, какой окунек попал, хороший. Вот что. На муравьишку тоже присел. О, наверху. В заглот. Просто в заглот.
ходит, бродит. Аккуратный тряс взял. Клюет такая хуйня. К сожалению, хитрая рыба по кличке Плотва встала на корм и перестала клевать на безнасадочную мормышку. Однако окуньков мы с вами половили и подводные съемочки поделали. Я надеюсь, что эти кадры вам понравятся. Ловил я сегодня на лесочку 0064 и на лесочку 0074. Использовал маленького черта 0,27 грамма Сорокина и использовал муравья от Васильева. Также несколько рыбок поймал на оливковый гвоздик с латунным шариком, уловка. Сторожки в видео были сторожок игла на балалайке и сторожок ласточкино крыло. Даже несмотря на то, что сегодня рыбка была не крупная, но тем не менее я оторвался по поклевкам. Поймал я где-то в районе 5 или 6 десятков рыбки, вот, и взял несколько штучек для того, чтобы показать вам, какая рыбка в принципе клевала. Вот, ребят, такая вот рыбка сегодня клевала. Вот такая. Ну и надо ее отпустить. Всю. Давайте, караси. Идите, саяси. Рыбку половили, свежим воздухом подышали, на подводный мир посмотрели. Теперь можно ехать домой. Поэтому у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.